Всем зо привет! С вами канал Зузен. И сегодня я снимаю видео о содержании прытких ящериц. Поехали! Для начала нам нужна сама прыткая ящерица. У меня самец, его зовут Зен. На меня шипит, он еще дикий. Ну и конечно же нам понадобится кормовая база. Это у меня домовой сверчок от компании Акваменю и дождевые черви. Ну и к бурму полагается кальций для рептилий и витамины. Но чтобы усваивался кальций, нам нужна ультрафиолетовая лампа и греющая лампа. Ультрафиолетовая лампа у меня от компании RepTiPlanet 10.0 UVB 13 вольт. Но греющая лампа у меня от компании NamiPet. Еще нам нужен пинцет для кормления. Ну и где же нам содержать ящерку? Это может быть пластиковый контейнер, аквариум, но это все нежелательно, потому что там нету вентиляции. У меня вот такой вот самодельный террариум. Если что, он с вентиляцией. В террариуме должна быть обязательно вода, всякие коряги, укрытия, такие вот декорации разные. И еще я называю его основной камень, как сказать, греющий, на котором ящерка может греться. Ну и какой же должен быть грунт в террариуме? У меня это кокосовый субстрат мелкой фракции, но он не сильно желателен. Еще нежелателен песок и обыкновенная земля. Вы скажете, почему обыкновенная земля не подойдет и все другое? Потому что они могут проглотить вместе с кормом маленькие песчинки. Лучше использовать сосновую кору или кокосовые чипсы. Вроде бы все, что я знаю о прытких ящерицах, я вам сказал. Всем пока-пока, с вами был канал Зу.